Сейчас в России пронесся и по Украине. Сильный удар стихии приняла на себя Днепропетровская область. В сеть попали кадры. По селу Волосское пронесся настоящий смерч. Местные жители говорят, что диаметр воронки составлял около 100 метров. Непогода бушевала не более 15 минут. Но вихрь поднимал людей в воздух и снова бросал вниз. Срывал крыши с домов. Одну, как говорят, нашли на расстоянии 6 километров. Повсюду летали камни и деревья. Газовые трубы, вырванные из земли, их согнуло и скрутило, как проволоку. Из Днепра смерч поднял рыбу. Люди потом собирали ее на дорогах. Прям на трассу выкидала рыбу. И собирали, люди ходили, рыбу собирали. Ну, уже после урагана. Багато? Да. Ну, да. Мешка два забрали точно. Местные власти подсчитали ущерб от урагана. Это 500 000 гривен. В сельском бюджете таких денег нет. Власти надеются, что помогут на районном и областном уровне. Ранее непогода обесточила на Украине около 8 десятков населенных пунктов. Сегодня на большей части страны тоже возможны ливни, грозы, шквалистый ветер и град. Более 500 человек получили сильные ожоги и травмы.